Женщина рассказала полицейским, что в центре города к ней подбежал незнакомый молодой человек и попытался сорвать с плеча сумку. Дама сопротивлялась, поэтому он выхватил из ее руки сотовый телефон и убежал. Второй заявитель сообщил, что оставил сумку на берегу на центральном пляже, а сам ушел купаться. Когда мужчина собирался выходить из воды, заметил, как незнакомые молодые люди забрали его сумку и убегают. Догнать их не удалось. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали троих жителей соседнего региона. В ходе личного досмотра у них изъяли 10 сотовых телефонов различных марок. Возбуждено уголовное дело. Санкции предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.